Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за высылку дипломатов из России. Он заявил это перед журналистами, сказав, что благодаря российскому президенту он сэкономит на зарплате 755 американских дипломатов. Тем временем дипломатическая миссия в США временно приостановила выдачу неиммиграционных виз для россиян. С 23 августа США приостановит выдачу неиммиграционных виз и визовые собеседования по всей России. В консульствах США в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке выдачу виз приостановили на неопределенный срок. 1 сентября собеседование и выдача виз возобновятся в Москве. Граждане Беларуси не могут подавать заявления на американские визы в Москве и Петербурге, как это было раньше. Им рекомендуют обращаться в посольство США в Киеве, Варшаве или Вильнюсе. Решение российской стороны сократить численность сотрудников дипмиссии США в Российской Федерации ставит под вопрос серьезность стремления России к улучшению двусторонних отношений, сообщили в посольстве. Путин выслал из России 755 американских дипломатов в ответ на декабрьские ограничительные меры США. Тогда из Америки было выслано 35 российских консулов.